Сегодня 10 июня 2023 года, суббота. Съездили на рынок, купили продуктов, заказали БНС, холодильник и стиральную машинку. Завтра должны привезти. Забрал с Озона глубинный вибратор там. Проверил уже, подключил, работает, крутит хорошо. Вот это достаточно увесистая штука, наконечник. Заглубляется в землю от вибрации. Взял я его за 1880 рублей. Также пришла вот такой выключатель двухклавишный с водозащитой IP54. Взял его взамен вот этого. Ничего, чем он уже старенький и без водозащиты. Также заказал розетки с водозащитой, влагозащитой. У нас нагнало тучи. Правда, жара стояла, плюс 27. Духота. Сейчас вот гремит, обещают в течение получаса дождь. Привезли нам холодильник. Огромный, 1,95 м. 1,94 м. 97 литров. Взяли китайский бренд TCL. Большой. Морозилка хорошая. Сейчас будем первый запуск делать. Шин. Тишина. Ага, засветилось. Показывает температуру. Минус 18. Это морозилка, и плюс 5 это холодильник. О, загудел. Тихо же. Не так уж тихо. Также сегодня взяли микроволновку на Дымакова за 4000. Что на улице стоит? Стиральная машинка, сейчас будем заносить. Столько нам обошелся холодильник, и вот столько обошла стиральная машина того же бренда. Сейчас ее будем заносить. Брали в ДНС, поэтому все приходит с витрины. С местного ДНС. У них в наличии только то, что есть на витрине из большой техники, из крупной. Такая стиральная машинка. Вот у нее же экономность А3 плюс, самая экономичная. А в холодильник мы взяли А+, да. 323 киловатт-часа в год. Это сколько в месяц получится? 32 киловатта, что ли? Чуть меньше, да? Не знаю, надо посчитать. 30 киловатт. Это старый барабанник. Я думаю, господи, это машина. Думаю, слышно, но неужели это новый так вот сюда? Машиночка мне нравится. Не знаю, чуть-чуть не подходит, конечно. Ну, к микроволновке подходит. К микроволновке подходит, да. Не было бы я даже холодильника. Так, надо открутить транспортировочные болты. Так, здесь ключ нужен, получается. Ключа нету в комплекте, да? Надо на 14 или 13. А нету у меня сзади? Не вижу ключа. Где-то в обзоре я видела, что он тут... Да, без коробки же нам пришло. Был присобачен, нету его, да? Нету. И этого шланга тоже нету, да? Посмотри внутри машинки. А, шланг есть, да? Вот и этот. А, и ключ есть. Угу. Вот так вот. Наружка ставится. Первую стирку надо делать. Палы кривые, машинка стоит криво. Сейчас будем регулировать. Приходится подкладывать дощечку, так как полы сильно не ровно. Ставим. Небольшой кусочек. Под холодильник тоже пришлось подкладывать достаточно толстую доску, чтобы он более-менее ровно стоял. Уже холодит, работает. Нашли потоньше конек вот такой. Попробуем ее снивелировать.
Мне кажется, надо еще одна кожа будет, слишком тоненькая. У нас здесь закрутиться. Эту ногу. Ну что, сейчас показывает. Эту закрутить, но если эту выкрутим, ну посмотрим. Слышь, ну подожди, сколько здесь выкручивать? 0,5 сантима где-то. Так вот, понятно. Ну, приподними. Ага, значит, почти, да? Вот это надо в угол опустить как раз сейчас. Опустить надо. Это опустить надо. А вот это приподнять. А там приподнимется потом. Целая история с кривыми полами устанавливать машину. Это да. Поэтому сразу полы надо делать ровные. Кран. Так, есть клапан, сработал. Ничего не течет. Пустой барабан. Барабан большой такой. Рем огромный. Так, ну что, первый запуск какой должен быть? Какая программа? Первый запуск, там написано хлопок на низкой температуре. Просто без... Вот коттон. Да, вот. Хлопок. Температуру выставляй. Вправо а плюс. А час 16 просто стоит. Не, ну тут по умолчанию 30 стоит, можно 40. А, подожди, а меньше? Ого. 20, ну, вот 20. Час 06. Может тогда супер быстро поставить? Давай супер быстро. Что-то... Смешанное. Микс это. Вот 18. О, да? 18 минут. Да. Температура. А ну тут температура 20 градусов, короче, будет холодной водой. А давай эти, может быть. Не, она не ставится. 20, 30. Почему 30, ставится? Да. На все старт. 20. Подожди, а скорость? Попробуем на 1000. Или 1200? Нет, 1000 пусть. Так, а отсрочка нам не надо. Все, старт. Давай. Так. А, это было моющее давай. Подожди, подожди. Все, опоздали. А вот. Пауза сработала. Так резво стало сразу воду набирать. Ну конечно, куда издеваться. Раньше надо 18 минут, всего на 15. Так вот. Моющее — это предварительная стирка, это основная. Да. Предварительную наливай. Чуть-чуть, там 10 грамм буквально написано. Ну да. Чтобы обмыть. Запах заводской смыть. Так, новая машинка. Это старый холодильник сработал. Поехали. Водичка подбежала. Главное, чтобы нигде не потекло. Это не так бедно. Значит, замочек. Замочек, значит, там еще есть функция. Можно докладывать белье. А, да, остановить. Ну, когда... Паузу нажимаешь. А, он не набирает воды настолько, чтобы она выливалась, да? Это удобно. Ну, слушай, а почему у нас 27 минут стало вместо 18? Потому что добавил температуру, добавил обороты. Там на 800 оборотов стояло. Ну, тихо крутит. Да пока она не крутит, она крутит. Крутит? Там крутит. Ну, сейчас вода наберется. До этого вот крутит. Вообще не знаю. А ничего не кидает? Порошок? Порошок чуть-чуть кинул. Чуть-чуть кинул. Да, чтобы сравнивать с маской. То, что она тихо будет крутить, это я уже поняла. Вот, а как... Вообще двигателя не слышно, водичку только слышно. Вода слышится, и все. Класс. Ну посмотрим, как сейчас отжимать будет. Класс. Мне нравится машинка. Классно. А давай попробуем ее открыть? Не, зачем? Давай он сейчас посечет. Не надо, зачем сейчас пробовать? Пусть постирает. Тут просто есть функция, можно докладывать, если забыл. Паузу нажимать. А вода вытекает. Ну тут такой уровень, ну да, в принципе. Чуть-чуть. Вот здесь, видишь, скопилось. И ты откроешь дверцу, и все равно что-то накапает. Пенится вам как-то это средство твое? Ну, потому что там нету одежды. Она же пустая. Не, мне нравится, классно, тихо работает. Выглядит классно. Черненькая вот. Под микроволновку. А где режим кнопочки?
И машинка говорит, что она постирала все. Доброе утро. Сегодня 12 июня. День России. Всех с праздником. У нас начинается первый день ремонта. Надо разобрать шкаф и вынести его. Проемы дверей такие очень маленькие, поэтому мы его решили разобрать частями, да, тяжелые. Дальше надо содрать вот эти обои, потолка, разобрать полы. Разобрать полы и попытаться опустить их сантиметров на 5, а то и 10 на уровень спали. Начнем с отдирания плинтуса. Как же раньше закручивали, выкручивали такие саморезы. Невозможно. Вот отвертку ставишь, какую не ставишь, но срывается, еле цепляется прям. А их здесь десятки. Все это надо открутить. Вот что интересно за технология была в закручивании таких саморезов, когда он похож на гвоздь. Непонятно, каким образом его закручивали. Может, какие-то были инструменты специальные? Не понимаю. Вот пришлось гвоздодёром вот такой, с абсолютно с гладкой шлепкой, саморез выкручивать. Как выкручивать? Выдернул просто. Разобрали наконец-то шкаф. Будем выносить. Какие-то корни, что-то росло здесь даже, ты представляешь? Ну да. Ничего себе. Прям нормально так росло под обоями. Смотри. Угу. Вот что это. Сняли плинтуса все. Теперь надо снимать эрголит, который здесь лежит на досках. Вот такая половая доска здесь. Ну, попробуем перестелить доску пониже и закрыть USB плитами 9 мм. Чтобы полы были жесткие, без щелей особых. Венцы дома. Не знаю, в нормальном состоянии вроде бы. Посмотрим. Сняли оргалит. В таком состоянии доски, в принципе, сухие. Здесь, видимо, переделывали, так как здесь была печь по центру дома. Сейчас печи нету, соответственно. Здесь тоже что-то ремонтировалось и чем-то даже покрывалось для защиты. Даже есть следы кошки. Вот. Сейчас будем снимать половую доску. Тонкую, да? Да, 20-25. Ну, вот нормально толщина, нет? Зацепиться негде, да? Какое-то что-то придется испортить. Да. Что-то придется испортить. Уложить-то проще. Ну это да. Уложить до предела. Вот не втягивай. Так. Стамешку надо. Мусор. Мусор, глина, да. Все что угодно. Мне интересно, что с венцами. Скажи, нечего не увидеть. Ну, дерево, дерево, сухое дерево. И дерево. Ну, здесь прям глина какая-то, вот песок, глина, непонятно. Ну, на грунт положили. Ну, сухо все. Ну, да. Это плюс. Это
300 плюс. Это стены. Штукатурка вроде держится хорошо. Это известковая, да? Известковая штукатурка. Что у меня сыночки? Понятно. Ну вот они лаги, собственно. Опустить их можно, подкопать. Копать надо вообще все весь слой убирать. Весь и под них, да, лучше не ложить на песок, а положить на кирпич. На кирпич? Да, вывести все в ноль. Надо подумать. Кирпич на какую основу? На землю, на плотность? Да, кирпич сложим сюда. Ну, блин, замучимся вот это вывозить. Пришло время использовать краскопульт, или мочить стены, и они, наверное, будут лучше сниматься, это бумажные обои. Уж так отдирать, очень много останется с клеем. Смочил обои, даже затрещали, чуть напитается, и можно будет легко снимать. Здесь даже не одни обои. Даже не одни. Уже снимается. С этим будет посложнее, они пропитаны прям насквозь. Поэтому я говорю, обои надо посложить. Это он не особо мочил, кстати, Андрей. Ну, видишь, снялось. Да-да. Как бы ну, в квартирах я встречал и побольше своих обоев, плюс газеты. Да. Здесь хоть так. Да. Поэтому виниловые обои, которые тянутся, чтобы если вот такие трещинки будут, чтобы они растягивались, и не ничего. Здесь отслоение какое-то. Ну, расшивать надо. Ну вот краскопульта, видишь, удобно и грунтовочку нанести, и побелить, и вообще вещь хорошая. Вот сейчас увлажнил, сколько, 900 миллиграмм ушло, и воды нету, ну так, то есть все нормально. Отличная вещь. Нижний слой обоев, ну никак не хочет сниматься, приходится отсюда не так все счищать. Сидят, хоть и размокли, но... Никак. Ну, в некоторых местах сходит хорошо. Вот эта стена в особенности прям невозможно снять. Будем шкрябать. Помимо всего прочего, у нас вот такой потолок. Здесь все дышит. Надо снимать, даже дранки нету, набивать сетку на эти бруски и штукатурить. Другого выхода нет, либо когда-то вот этот слой шлепнется на голову. Он весь дышит уже. Вот, что происходит. А вот здесь драночка какая-то есть, кстати. В этом углу нету. Так что все новое и новое у нас приключение. Малой кровью здесь не обойтись. Так вот. Красота. Да, вообще. Слой-то он прям нормальный. Ну вот, закончен первый день ремонта. Ободрали обои, замучились. Позбивали потолок. Очень неровный потолок, очень много штукатурки потребуется, поэтому решили его сделать чуть-чуть под наклоном. Здесь перепады в 7 сантиметров мерили лазером. Вот. Потом надо будет вскрывать полы, перекладывать лаги, также менять окна. Это все постепенно. Завтра планируем съездить купить материалы на потолок. Хотим обшить его стальной либо штукатурной сеткой. Пластиковой либо оцинкованной сеткой и заштукатурить по маякам. Еще надо посмотреть проводку, но здесь медные провода. В общем-то,
еще живые. Но даже не знаю, стоит ли сейчас поменять их. Основное, конечно, на потолок мы не рассчитывали. Но так получилось. Здесь тоже трещины. Вот тоже надо через серпянку все. Будет штукатурить. Штукатурки очень много надо. Вот, посмотрим, сколько она здесь стоит. Так что на сегодня день закончим.